Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о недорогом кренке, который отлично работает по белому хищнику. В данном случае это кренк от компании Tsuyuki. Модель называется Fugas 42F. Данный кренк имеет длину 42 мм, вес 5,3 грамма, заявленное заглубление от 0,3 до 0,7 метра. В принципе, многие, я думаю, знают, что данный кренк это нечто иное, напоминает нам Смита Камиона, если я не ошибаюсь, Magnum SR, либо Super SR, по-моему, Magnum SR. Довольно интересные расцветки, кстати, в линейке от компании Tsuyuki присутствует. Очень широкий выбор всевозможных от натуральных до, скажем так, агрессивных расцветок и до таких вот фантазийных. Данный кренк изготовлен очень качественно. Установлена глухая такая, глухошумящая погремушка. Крючки у данного кренка установлены очень острые, ну и немножко тонковатая проволока. Ну, в принципе, с правильно настроенным фрикционом это вообще абсолютно никакой проблемы не принесет. По фурнитуре, в общем, нареканий нету. Кольца плотные, крючки острые. В принципе, все довольно-таки достойно. Сам кренк имеет довольно-таки неплохие полетные характеристики. Очень хорошо и точно летит, не сильно парусит он, обтекаемая довольно-таки форма, маленькая лопаточка довольно компактная, усиленная. Игра данного кренка довольно-таки активная, не широкоамплитудная, скажем, среднеамплитудная такая по размашистости. Отлично данный кренк работает на среднем течении, на быстром я его не применял, не пробовал, на среднем течении данный кренк работает довольно-таки неплохо. Вот буквально сегодня я был с ним на рыбалке. Все довольно неплохо. Удалось, кстати, сегодня поймать немножко голавликов, ну, не крупных. Все были отпущены, так как эта рыба, скажем так, не блещет своими кулинарными, скажем так, вкусностями. Очень достойный кренк. Стоит он в районе 300 рублей. Соответственно, оригинал стоит в районе 1000. Тут, конечно, мой выбор, конечно же, пал на копию. В принципе, оригинала я не имею, но однозначно данный кренк очень и очень классно работает по белому хищнику. Также в прилове может попасться и окунь, и, соответственно, наша любимая, конечно же, всеми щука. Щука вообще не пропускает ни одну спиннинговую приманку, в основном все она атакует, но зачастую есть целенаправленные, скажем, приманки на щуку, а есть приманки, которые больше как, ну скажем, не идут по щуке, но щука попадается как в прилове. Вот данный же кренк, он больше по белому хищнику ориентирован и, на мой взгляд, также неплохо будет работать по окуню. Однозначно могу порекомендовать данный кренк. Очень достойное качество изготовления, очень отличная игра и в общем в целом характеристики. Всем спасибо за просмотр. До свидания.